Ребят, расстояние между саженцами 15 сантиметров, то есть не делайте больших. Поливать-то не нужно. Это проект «Больше кислорода», целью которого является массовая высадка саженцев сосны на территории регионов. В данном проекте задействовано 35 регионов Российской Федерации. На территории каждого региона будет открыто 100 питомников на территории школ, дошкольных учреждений, то есть интернатов всевозможных, вот, в которых будет высажено по 500 саженцев, то есть общее количество саженцев будет 50 тысяч. В дальнейшем, через год, все дети, которые были в этом задействованы, централизованно вывозятся на территорию, обговоренную с региональной властью, то есть и будет высадка, массовая высадка леса. То есть в основном это будут придорожные территории, берега рек, пересохшие болота, ну, те земли, которые подвержены эрозии и остальным вредным воздействиям. Вот это основная цель, конечно, идеологическое, это воспитание, экологическое воспитание молодежи, то есть на примере показать им, как это все трудно, как трудно посадить дерево, как трудно его вырастить, как трудно за ним ухаживать, чтобы в дальнейшем это оставалось в их сознании. Дайте сам того, чтобы это побольше. Что?